Ну что ж, практически тот же самый пик у Virtus.pro, только дровка вместо Silence. Я о чем хотел сказать? О том, о чем, в общем-то, не могли сказать аналитики. И, в принципе, наверное, нет никакой особой статистики по этому поводу. Но я на турнире видел первый раз, чтобы взяли не первый, а второй пик. Это касательно прошлой игры. Секреты забрали себе второй пик. И у Virtus.pro, получается, у нас три first пика в этом матче. Очень действительно, на мой взгляд, необычный выбор. Я уверен, что секреты в первую очередь решили забузить Рошана, поскольку все-таки Аегисы, они бывают решают, а так как они любят играть с Зефом, то у них это может получиться. Не купили Куру пока что Team Secret. Интересно, вспомнят ли. А, вот сейчас вот как раз-таки. Да, купили, забыли активировать. Потрясающе наши аналитики угадали последний пик Дазла. Ну, не стал его банить действительно ФНГ. Ну и давайте быстренько представим вам команды. Итак, Team Secret играют за Дайр. Капитан, не капитан, Купе играет на саппорте. Зая играет на хардлейновом Дарксире. С4 как раз-таки капитан на Квапе и, судя по всему, на миде. Кура играет на своем сигнатурном Рубике. Больше всех имеет игр на этом героя в компетитив доте. Ну и Артизи на Шадоу Финде на легкой. А у Virtus.pro Лил на Визаже, Фобос, Эршейкер, Годшторм Спирит или Дан на Дровренджер и ФНГ-чика на линии. Да, ну и комбинация старая, добрая визажа и дровки. Визаж, в принципе, зашел и неплохо в прошлой игре, но здесь он будет усилен Draw Ranger, как и Лина будет усилена, как и Шторм. И только, по сути, Шейкер у нас является милишником. Стычка на руне. С4 заставляют отступить, нижнюю руну отжимают. Ну и, соответственно, верхняя руна достается у нас Артизи. Кстати говоря, не очень хороший момент, на мой взгляд, для команды Secret, что мидер у них остался без баунти руны, а Год, в свою очередь, эту руну забрал. И ФНГ сейчас опять будет пытаться помогать. И здесь еще очень опасный момент. Ну-ка. Да, Extinct 18 фрага за 72 минуты. Но не будем считать. Будем считать то, что Extinct забрал только забрал временем, которое было сделано. Да и вообще вся вот эта статистика вот для Яна, для будущих статистиков, она всегда должна делиться на время, потому что кто сделает больше всего киллов, фрагов и так далее, пока снизу развлекаются. Но Дарксир, он характер показывает, да и... Визаж без армора очень... Визаж слаб против этого, да. То есть ему этот щит, он почти моментально сбивает все стаки, если они на него берут. Даже если Визаж юзает свой гривчил, то он, естественно, нивелируется за счет суржа. Герой хочет убегает, хочет нападает. Поэтому линия снизу у Team Secret очень грозная. Плюс заблочили кэмп. Заблочили кэмп. Сейчас его попытается, возможно, ФНГ. Нет, не попытается разблочить, потому что просто-напросто нечем. Легкую поддержку Года оказал. Ну и, в общем-то, Год дальше должен справляться сам. Баунти руна у него была, огромное количество хилов. Линия качается в одну, в другую сторону. Ну и Фобос. Фобосу на этот раз чуть потяжелее, потому что нету жадной Энигмы, и он вынужден стоять один. Но взял уже второй левел себе. Что покажет Элидан? В первой и во второй игре он просто невероятный крипстат показал. Здесь мы видим, у Дарксир уже 4 крипа, но здесь линия тяжелее. Здесь Зай стоит не один, здесь он стоит с Пупеем. И они пока очень хорошо харасят Virtus.pro. Та самая Draw Ranger, которая обычно существует для того, чтобы выиграть вражеские линии. Так, нападение на Зая, которое у нас убегает. Да, вот мы видим, как работает Сурж против Грейвчила. И пока все нормально. Но ФНГ-шечка тут нормально дает. И одному, и второму, и третьему очень сильно рискует. Бежит за ним Зай, но должен убежать. Да неужели? А убежит да неужели? Однако Зая замедляют, можно попытаться его забрать. Нету замедляющих стрел. Soul Assumption влетает, но слишком плотный Дарксир. И вот так вот на халяву, можно сказать, Зая забирает First Blood. Очень рискованно сыграл здесь. Слишком рискованно сыграл. Ну да, переагрессировал, причем довольно-таки жестко. Вот эта страта с Draw Ranger, она очень хорошо использовалась раньше, когда вы, мало того, что вы стоите снизу под аурой, в центре ваш Storm Spirit тоже стоит под аурой и хорошо стоит против Квапы. И сверху обязательно нужны были какие-то два героя, которые также могут месить оппонента. Но чаще всего использовалась Бейн Патма у Cloud9. Это родители этой стратегии. Но вот сейчас, из-за того, что все три героя кучкуются снизу, мы видим, как не сильно круто давится линия, однако находит Пупея, который успевает повесить на себя Грейв. У него нет ТП, но суппорта забрали. Да, Пупея отсюда никуда не денется. Еще Сурж потратил Зай, сбивают ему также Кларити. Хороший фраг, здесь Пупей явно загулял. Ну и один в один. Все-таки трипл линия Virtus.pro, она здесь должна быть посильнее за счет хотя бы количества героев, и ни в коем случае проигрывать ее нельзя. Фобос тем временем пользуется тем, что Артизи качает линию взад-вперед и, в общем-то, довольно-таки неплохо подфармил себе уже почти четвертый левел. Очень хорошее решение продемонстрировал Куроку против Фобоса. Он пулит крипов и оставляет
оставляет Артизи один в один. Если в прошлой игре это была Луна, которая, ну, не самый сильный персонаж, потому что у нее и рейндж маленький, и нюк не самый крутой, да и в целом по статам она немножко проседает, то Шадуфин, это абсолютно другой персонаж. Мы видим то, что у него уже плюс 22 души, и он добьет на 100% всех крипов, поэтому у Рубика появляется пространство. И СФ у нас пока в топе. Да, СФ очень хороший крипстат. Лидан здесь, конечно, отстает, но очень здорово ФНГ гоняет сейчас парочку героев команды Secret. Не могут они ничего сделать. Неплохо было бы еще раз блочить кэмп, но, как мы видим, обсервер Вард делает свое дело. Хотя не факт, что он здесь блочит. Он, по идее, не блочит. То есть должен блочить Sentry Ward, который уже пропал, и кэмпы сейчас появятся. Посмотрим. Нет, все-таки краешком каким-то, видимо, он залезает в сванбокс. Очень интересный в таком случае Вард. Тем временем Квапа забирает инвиз. Видимо, баунти руну разбил у нас Пупей, судя по тому, что никому она не достала. Зонит Фобоса, очень хорошо делает выпад Артизи с Куроки. Не позволяет Шейкеру переагрить крипов на себя фиссуры, потому что он не знает, где находится еще народ. И вот так вот спокойно первую вышку забирает. Тем временем Сизу нападает на Зая, который кастует Сурж. Но и в итоге очень достает. Тяжело, хотя достает Элидан. Кастует он на себя Сурж и пошел на мужчину сражаться. И, боже мой, что творит Зай? Просто фантастика. Что творит Зай? Шадуфин забирает вышку. Зай на развороте может еще попытаться убить Лину. И забирает Зай даблкил на этой линии. Как же сейчас ФНГ не попал этим станом? Просто на ровном месте не попал по Дарксиру станом, из-за чего смог забрать не один даже, а целых два фрага. Ну, ужасно, ужасно для ВП получилось. И как же на характере он ворвался? Я думаю, любой бы Дарксир в этот момент начал отступать, но он использовал единственную возможность, которая была ему дана, и просто сделал минус два в соло. Фантастика. Да, прилетает Лил. Я думал, забузят Боттл, но Боттла просто-напросто нет. Боттл у нас в курьере. Тем временем Пупей находится в опасной позиции. Но сбить курьера здесь не получится. Также подходит сюда у нас Кура. Ну, в общем-то, все, в общем-то, и в целом получается в порядке для Virtus.pro. SF очень жестко разогнался. 43 крипа. Это чуть ли не вдвое больше, чем у всех остальных героев. И потрясающий нетворс. Вышку также забирает. Есть Power Threads. Да, очень серьезный. Очень серьезный разрыв у Артизи относительно других героев. Ну и, в общем-то, то, о чем, опять же, говорили аналитики, что этот парень привык к тому, чтобы ему давали вначале преимущество. Если сейчас ему создадут все условия, может быть, это очень опасно для ВП. Ну, разгоняются. Пупей, понимая, что снизу он сделал все возможное, убежал в свой лес. Теперь Дарксир за счет щитков, да, вот тут 3000 голды и 1000 экспы, Team Secret лидирует. И вот теперь Дарксир будет своими щитками постоянно пушить линию. Траксе до 6 левела будет не очень комфортно здесь стоять. То есть Зай у нас на 100% будет забирать почти всех крипов, параллельно пушит линию. И вот линии с визажем нужно найти для себя место на карте. Потому что не могут они леса забирать. Цепляют. С4 успевает блинкануться, но год. Последняя тычка и добивает год. Однако годы могут попытаться разменять. Делает телепорт. Дазл, год уходит. И у года остается 120 хп. Будет ли дальний койл? Дальнего койла не будет. И год выживает. Потрясающий фраг. Важнейший. Стянули двух героев, забрали квапу и не отдали ничего. Очень большое преимущество. Очень большое дивиденды, скажем так, зарабатывает Virtus.pro в данной ситуации. Да, и пока у нас Team Secret немножко попустили, стараются они поставить агрессивные воды во вражеский лес, пользуются таким небольшим затмением, и вот в итоге уже летит у нас курьер, и хотят наказать года, который фармит... Сайленс! Иллидан успевает среагировать, у Квапы огромные проблемы, фиссуры, минус С4! Как сейчас Иллидан успел дать этот сайленс? И Зай также, некоторые проблемы у него, но фиссуры не будет. Не будет и отступает. И вот теперь, слушай, какие-то странные вообще начинают твориться вещей у Team Secret. Два саппорта бегают по вражеской половине карте. Вот-вот принесли свои ворды и собираются сделать выход на года. Артизи стоит, агрессивно пушит вышку, и год должен понимать, что Артизи здесь не один. Уходит. Очень хорошо. Да, в секреты вот этот врыв Квапы, которая только что умерла еще раз, и по нетворсу сразу проседает, еще и дала дровки подфармить. Дровка догоняет СФа практически за счет этого. Очень неудачно для шведского капитана.
И все пошли набирать свои левела. ФНГ-шечка забирает линию сверху. Теперь как нельзя кстати нужно получить 6-й левел. Шейкер у нас тоже 5-го левела, но он свою задачу сделал. И теперь время получить экспу на миде. А вот Штурм Спирит, который уже 8-го, если скачает Вортекс на 1, то он может спокойно идти и месить своих оппонентов. Ребята из Team Secret хотят нападать и реализовывать, ну, реализовывать SF, потому что сейчас он в разы полезнее, ну, Draw Ranger. Если у Draw Ranger у нас имеется только аура, которую можно в любой момент еще и сбить, если ты близко подбежишь, там будет очень малый прирост ДПС, то у SF это просто колоссальные нюки, которые раздают по своим оппонентам, поэтому собираются врываться. Однако, наверх прилетают сюда за, интересно, что они хотят сделать с SF. Бежит за Лины, но это немножко странное нападение, просто на развороте ФНГ. Еще прописал ему в табло, и Артизи ушел. Да, не было ульта, но, кстати, ФНГ чуть-чуть не хватает до 6-го. Пока нету 6-го на визаже, пик Virtus.pro свой потенциал не раскрывает даже близко. Появится 6-й левел, станет все гораздо хуже у секретов. Появится вот этот саппорт, который будет вносить тонну дэмэджа под Draw Ranger. Ну, обычно оставляют линию для визажа, Траксал уходит в свой лес с масочкой, но мы также можем наблюдать за секрет, что они этого не дают. Вот нападает Лил на папе, получается такой легкий размен, телепортируется сюда уже Шейкер и подходит сюда Рубик. И вот не дают, они вообще не отходятся снизу, понимая, что если визы же отпустить, ты еще под траксой, то потом будет очень больно. Да, поэтому не может Лил остаться на линии, и фарм вынужден забирать Иллидан. Но у Лила это экспа потихонечку капает. Вот он уже 5-го левела. Лина тем временем получает 6-й на топе. Оставили ее на полном фрифарме наверху. И S4. S4 хочет ворваться. Знает, что у него есть инвиз. Играют очень аккуратно. Стоит потрясающий вард, который видит все. И у секретов также есть сентряк, который делает для них ложную, ну скажем так, ложную иллюзию безопасности. Но сейчас вот падает вард у ВП, и возможно стоит поставить еще один будет. Очень опасная ситуация снизу. Клопа в инвизе. Должны знать ВП. Отходит. Прям не находит себе места S4, очень хочет. Если сейчас еще раз умрет, это провал. Он очень хочет реализовать свой тиммейк и свой ультимейт, и Иллидан знает о его настырности, поэтому втроем отступили спокойно назад и начинают потихонечку уфармливать. Пока мы качаем другие линии, то что вот, например, год сверху подфармливает, да, и ФНГ-шечка уже взял 6-й левел, то особо рыпаться нельзя, но Фобос отделился, бежит на центр, S4 за ним следует. Тяжело пробить. Необычно двигается Фобос просто по кустикам. И S4 понял, что его не взять. Обалдеть. Да, S4 седьмого левела с ужасным нетворсом пытаются запушить вышку, но получается не так здорово. Дается фиссура. Здесь же почти мека готова у Зая. Но вышку отдают Virtus.pro. Это правильное решение. Сейчас лучше отдать. ВП не готово. Сверху ФНГ уже зафармил себе почти 7-й левел. Да, это, кстати, интересно то, что действительно впервые появляется эта связка. Но, насколько я помню, до сегодняшнего дня Draw Ranger была пикнута один раз за турнир. Сегодня уже 3 суммарно. Ну, тоже возвращается. У нас уже и Луна бегает, Тракса появилась на пару с Визажем, но хочется добавить то, что именно вот в этой комбинации Тракса, она больше как бафер своих союзников. Есть 3 невероятных героя, которые идеально стакаются. Это первый Шторм Спирит, у которого хороший показатель ловкости, и он в целом бьет довольно-таки больно. После этого Лина, которая под своей пассивкой разрывает, и завершение ко всему Визаж, который бафает и Визажа на атак спид, и его птичек, и у секретов, ну, у секретов вопросы, как они будут выигрывать это в лейте, поэтому S4 продолжает давить. У них один SF. У них фактически один SF на физдемаг. Попе будет тяжеловато. Визаж 6-й. Есть мейка. Год. Активируется дабл дэмэдж, но ВП никуда не торопится. Говорят, мы уверены. Ну, по сути, как в первой игре ситуации, только на этот раз ВП чуть более спокойно себя ведут. Шейкер без 6-го. Нужно еще получить на этом персонаже обязательно левел. И он есть. Ну, теперь у Virtus.pro все значительно лучше, чем буквально пару минут назад. Хотя секретом нападать, как мы видим, особо не получается. Ну, Квапа, которая у нас имеет в своем запаке только одно ПТ, 0-2-0 и всего лишь 44 крипа она забрала. По нетворсу находится 5-я сверху. И пока у Густава у него все так себе. Ему нужно выфармливать свои айтемы. Чтобы можно было хоть что-то делать в драке. Очень важный момент. Опять Virtus.pro, опять в смоках. Посмотри, что они сделали. Они разделились. Тракса пошла забирать Ашана, а 4 героя пошли наверх. И секреты пошли в смоке. У меня есть предположение, что они тоже думают о том, не забрали ли нам Рошана.
И вот очень хорошо катит Рошина за счет своих стрел. Он к тебе подходит, ты его замедляешь, потом отпускаешь его на фулл Месси, он возвращается, и вот так вот он по чуть-чуть. Какой риск от ВП, с ума сойти, нужно, они выходят. Нужно палиться сверху для ВП, потому что если они очень долго будут отсутствовать на карте, то Пупей, да, Пупей спалил, Иллидан в итоге, боже мой, Иллидан увидел Пупея, но Пупей все еще не понял, что произошло, и они продолжает думают, дальше. ВП в лесу, они думают, что ВП сверху. И теперь Пупей все понял. Это минус Тракса. Да, теперь Пупей абсолютно понимает, где находится Иллидан. Иллидан юзает Сайленс и уходит в фантастику. О-хо-хо, Илья! Ну теперь нужно каким-то образом... Да, за Рошан-то, наверное, драться не получится. И, возможно, сейчас Сигриды его заберут. У них урона. Мне кажется, если бы были еще птички, да и вся команда ВП, Рошан бы упал очень быстро. Но рискнули, почти сделали красивый мув, и Рошан по-прежнему стоит. А у секретов-то особо шансов нету забрать этого Рошана. Им слишком тяжело, у них дэмэдж с руки маловат. Успевает посадить птиц Лил. Здесь же СФ, стан от Лины в молоко. Рубик набегает, фиссура по троим. ФНГ дает ульт, Мека заходит. Минус Мека, неплохо. Сайленс отличный от Иллидана. Начинает настреливать, позиция шикарная, стан от Лины. Зай, Грейв. Грейв спасает Зая, ставится стенкой, СФ раскастовался. Ульт СФ не нанес дэмэджа, вообще квафу тем временем стерли. О, вот это момент! Артизи без ультимейта цепляют! Что творят секреты? Да вы же сейчас здесь развалитесь! ТП от ФНГ. Нет, да. Между двумя фиссурами Лил оказывается. Кастуется у нас Вив. И секреты все-таки отбивают этого Рошана. Боже мой. Ну, размен определенно в пользу ВП за счет того, что удалось убить квапу. И, в общем-то, все ульты свои потратили секрет. Ну, тут как посмотреть, забрали еще двух птиц у Визажа. Это еще дополнительно 200 голды. Плюс Визаж Лил сейчас будет их перезывать сейчас. И по-прежнему Team Secret продолжает давить. Не хотят, чтобы Виртуса получали экспириенс, чтобы у Шикера был свой блинк-дагер, поэтому бегают боевым кулаком и разводят оппонентов. Дазл. Дазл в таком пике очень сильно решает. То есть, учитывая, что Виртуса, так они подходят на S4, которые в опасности, прыгают в лапы к Фобусу, подходит сюда Гаде, прыгает на S4, подходит та же пички и S4 погиб. Какой блинк от S4? Что творится с капитаном Сигрид 0-4? Он блинкуется сам в лапы к оппонентам. И это еще дополнительную кура тем временем убивает его ФНГ. И это еще один фраг. Ой-ой-ой, как сейчас же отдаются секреты. Мне это напоминает игру с IG, где также у Артизи был бешеный нетворс на SF, и все было круто, но один он не смог перевернуть игру. Да, Team Secret ошибаются. Видно то, что вышли из своего ритма, в котором они обычно любят нападать, поскольку ситуация почти равна. Всего лишь 3000 голды у Secret в преимуществе, и по-прежнему у нас продолжаются танцы на Рошане. S4. Смог. Да, S4 переходит на центр, The Denial Tower, кликает, где он находится. Сейчас в очередной раз пойдут его ловить, но в этот раз он пересилил себя и все-таки смог найти свою команду. Так, ну и что Virtus.pro, что они сейчас делают? Ситуация очень схожая с тем, что у нас было буквально пару минут назад. Давайте посмотрим за виженом обеих команд. Секреты в Virtus.pro заходят, есть иллюзии дровки. Увидели сейчас иллюзии, но на них никто, естественно, не нападает. Секреты поняли, откуда идут Virtus.pro. Нельзя подниматься на хайграунд никаким образом. Нужно заманивать на свой. Гаде врывается. Шекер дает хорошую фиксуру. Но никто не может пройти. Артизи спокойно уходит. Хотя Гаде может на развороте попробовать. Мека от Зая. И Артизи выживает. Стан. Мека. Мека уже потрачена. Артизи без половины ХП. Отхиливают его как только можно. Ну и сейчас будут минус фамильяры, скорее всего. Очень легко и заберут. Да, забирают одного, забирают второго. Не очень это здорово. Я так понимаю, дров прожала свою ауру. Да, была прожата аура. И тем самым Virtus.pro оказывается несколько позади сейчас. Ну вот нельзя заходить на ХГ в такой ситуации никоим образом, поскольку ты знаешь, где драка, они, естественно, держат фиционку. И вот можно попробовать подраться сейчас без фамильяров. Хотя ситуация тяжкая. Нет, просто решают убить крипов. Тяжело от фамильяров, да и к тому же опять сейчас откатит Меку. У Virtus.pro-то Меки у самих нету. То есть даже несмотря на Меку у соперника, они пока что довольно ровно держатся. Очень тяжелая позиционная борьба. Тяжелейшая, я бы сказал. И до сих пор квапа 9 уровня. До сих пор Sonic Way 1. Это очень большой минус.
и нужно ждать, выигрывать время. 25 секунд до Фамильяра. Фамильяр сейчас это максимальный ДПС от команды Virtus.pro. Они там по КБД, ну, почти не уступают Траксе, может быть, даже дают ДПС и больше. И вот они очень скоро появляются. Virtus.pro перевардили вообще все, что можно. То есть Крашану для Team Secret никак не подступиться. И танцы продолжаются. SF улетел наверх, и, по-моему, это ошибка, потому что теперь все команды нападают на Рошана и будут принимать тимфайт 4-5. Есть телепорт у Артизи. Голд, половина маны всего лишь навсего. Две тимана остается. Рошан умирает очень медленно и заходят секреты. Секреты заходят. Есть дабл дэмэдж! Есть дабл дэмэдж. Курна зацепили, но у Шарма нету МП, да и против Дазла летит опасно. Зай стягивает одного, тот же получает лагону. Мека, ФНГ, ульт в одного ФНГ. Все в ФНГ всадили, Меки нету, но напасть тяжело. Иллидана поднимают воздух, Иллидана закидывают на горку, и он пошел оттуда резать. Минус один, но теперь спустить никак не получается. Шейкер дает фиссуру. Нужно спасать Иллидана. Иллидан делает ТП на вышку. ФНГ домой. Слишком мало маны. Минус один. Минус один. Нужно... Вроде бы все что-то завязали, но только один герой погибает. Ну, Sonic Wave в одну лину, Мека в одного, Вакуум в одну лину. Все проюзали в лину, а у Лины-то особо артефактов не было. Как она вообще выжила? Ну, Густава ручки трясутся, если посмотреть на лайнап, у него нету Блокинг Бара, и как-то вообще тебе стрёмно. В любой момент ты можешь получить суру Шейкера, Стан Лины, Сайленс, Траксы. На тебя влетает Штон Спирит. В общем, миллион способов, как тебя забрать, поэтому стараются хоть как-то отдать свой ультимейт заранее, чтобы успеть, а то потом врага не взять. Да, конечно, вот этот дазл, он очень сильно портит все вообще для Virtus.pro. Он нереально решает, если приглянуться, то у Virtus.pro просто потрясающий взрывоопасный лайнап. Это фиссура Шейкера, прокаст Лины, Сайленс, Траксы, фокус пичками, и почти любой герой должен убегать. Но вот этот Грей, который навешивает на тебя дазл, и параллельно Сурж Дарксира, который позволяет спастись тебе под фокуса, они сейчас очень сильно решают благословение. Все, забрали Рошана. Да, и для Virtus.pro возможно, стоит спину нападать. Да, отжали свое. 9 минут, по-моему, на этом Рошане продолжается драка. И все-таки, да, все-таки сделали. Несмотря на то, что не было медальки, несмотря на то, что изначально вообще очень тяжелая ситуация была у Ильи, когда он ушел с ТП, все-таки забирают. И тем самым дополнительное золото зарабатывают. Ну что, продолжает у нас игра переходить в такой более суровый лейт. Но на самом деле, для 20-й минуты у всех очень мало артефактов. Потому что вот эти драки 5-5, никто не умирает, никто не получает золото, никто не фармит. Только у Артизи со статистикой 1-0, там есть какая-то Саша Яша, Огр Клаб, но это тоже довольно мало для 20-й минуты. Да, по артефактам интересно, что у нас кто купил. Мы видим то, что Иллидан затрил себе Shadow Blade, S4 спалился на крипах сверху, поэтому нужно отступить. В итоге такой, ну, в общем, необычно вообще видеть Лотар на этих играх, потому что редко у нас кто гангит, редко кто старается вести партизанские войны. Обычно все упирается в 5-5, но здесь, похоже, Илюша решил по Акадне поиграть. Посмотрим, как он его реализует. Делает хороший выпад на низ. Да, S4 у нас не отдал башню врагу, с другой стороны, три ТП заюзали Team Secret, появляется пространство, и Иллидан с ФНГ уже идут наверх. Да, можно очень неплохо сейчас вораться наверх. Тем временем Bloodstone, я так понимаю, почти готов у года. Но вот год, в отличие от S4, фармит довольно-таки много. И сейчас у него есть еще и Aegis. И сейчас появляется еще и Bloodstone, и скорость его фарма должна возрасти. Ну, после Bloodstone нужно идти реализовывать все свои замесы. Кстати, блинк появился у Фокуса, а 9 левел. Вот теперь для Virtus.pro нужно спокойно идти и навязывать замес в любой точке карты, потому что, допустим, у того же SF все еще нет БКБ, и ты можешь взорвать своих оппонентов. Или да, начинает бить тавер, думает, что здесь никого нет, юзает Атар в последнюю секунду, но он подходит по пей, успевает поставить в центре. ФНГ-чика немножечко встрял, да, его забрали, и Иллидан попался, ой-ой-ой. За одну вышку очень много сейчас отдали ВП. Не прочитали они эту ситуацию. Был там Даст и был Сентри. В общем-то, Shadow Blade был отконтрен. Вот этот итем за 3000 отконтрен итемом за 100 монет. Ну, такая судьба у Shadow Blade, да? Здесь ничего не сделать. Да, и
Но Team Secret, они вот, если брать, допустим, ребят Востока, то там 99%, что любой бы кэрри отошел, думая, что Team могут стянуться и забрать вот те три самых героя, которые сделали на низ ТП. А Иллидан, он обычно на характере такой взрывной парень, который идет до конца. И, как мы видим, пока Team Secret по некоторым слабостям давят. Ну, я как-то сказал, сейчас будет легкая аркада Иллидана, посмотрим, чем это закончится. Звучало это реально страшно. Но это обычно то, что хочется тебе делать, такие, когда ты собираешь такие айтемы на подобном роде ивентов, и тут все-таки стоит паковаться что-то такое, боевой билд, который будет давать тебе максимум ДПС и выживаемость на месте. СФ с БКБ, будет ли на него нападение? Дазл! Где Дазл успеет ли засейвить, если потеряют СФ? Это колоссальная потеря! Нетворд у него был первый во всей игре, и сейчас для него получили 600 монет. Та же минус-вышка будет, скорее всего. Где-то в сумме, да, получается в сумме 1100. Team Secret у нас уже начинают цепиться. Забивают они вот на эти ганги, врываются или да, хорошо, хороший фокус по Пупея забирает, и еще один минус. Так вот, что происходит с Team Secret'ами, вообще непонятно, но они закидывают. Врывается у нас E4 на пару займов, моментально стирает Тином. Зай гонится за Иллиданом, тоже его забрал. Подход сюда Фобос, потрясающий врыв, как вафу забрали, и размен 2 в 1. 2 в 1 размен. Да, вот 3 в 2 получается суммарно, учитывая обратные цепи. У Шторма все еще есть Аегис, нападать на него слишком тяжело. Ну и решают Virtus.pro чуть перегруппироваться. Сколько еще будет длиться Аегис? Еще минуту. Ну, вряд ли успеют за это время кто-то ВП придумать. Хорошая атака, но опять вот этот Дарксин от Зая, насколько же он жесткий. С четвертым вакуумом купил себе уже Blink 5-1-2 и потрясающая стяга. Да, теперь у Virtus.pro возникает вопрос, как контрить этого зайца, и срочно нужно Storm Spirit'у добить свой орчид, который вот хотел начинать делать. Интересно, сколько у него, он у него может быть уже есть? Нет, ну почти есть. Не, почти есть первая палочка. В общем, теперь Darkseer, он полностью игнорирует там фиссуры, шейки с ренджа или какой-то сайлент страксы. До этого ему все время нужно было бежать на Surge в драку для того, чтобы дать вакуум. А Blink позволяет вообще обойти всех этих оппонентов, и нужно держать руку востро, чтобы не позволить этого сделать. Хорошие варды также стоят у Virtus.pro. Вот этот супер агрессивный вард на миде, еще один агрессивнейший вард. Только что упал вард на нижней линии, но в целом они понимают, где находится соперник. Darkseer. Ой-ой-ой. Купей нашел врагов, погиб. И что он здесь сделал? Что он здесь сделал? Хороший вопрос, учитывая, что у него даже не было апсов, но, возможно, он уже пошел на разведку, чтобы не тратиться. Я изначально думал, что это Darkseer, он был в близи. Тем временем ФНГ цепляют. Сможет ли Артем выжить? Нет, но разменяться на Куроку. Разменяться на Кура. Отличный размен. Минус Меку и Секрет. И в атаку идти слишком тяжело для интернационального микса. Подходит Иллидан, дает сайленс. Фамильяры выживают оба, это очень хорошо. Ну и смотрим рекорды. Секреты забрали больше, как мы видим. Ну, чуть-чуть. Ну, один в один в целом размен, я думаю, ровный. Да, по графикам мы видим то, что абсолютно ровная игра. По-прежнему ребята у нас начинают фармить. И вот хочется заметить, какие хорошие варды ставят Virtus.pro. Да, в свое время они, можно сказать, что они не очень многое видят, поскольку, ну, тут почти нет ничего. Но, с другой стороны, на 100% ты их не раздевардишь. Вот Пупей ставит центрю, хочет... Видит Иллидана? Видит Иллидана? Илюша. Илюша заходит, находит Пупея. А сразу же грейв у Иллидана. Проблема. Ультимейт, но птица садится, Иллидан уходит. Какая игра от Лила, боже мой. Просто фантастический сейв. Ну и Иллидан чуть было не сыграл вот в эту самую доту аркаду. Иллидан, получается, что он развел на Sonic Wave, на пару слил и отошел, плюс он развел на 100 голды, то есть Лотар продолжает окупаться, каждая сестря это во благо дело. Также у нас Team Secret начинают тратиться на дасты, если посмотреть по нетворсам, их саппорты очень бедные, 2800 у Дазла, 4000 у Рубика, и пока ребята потихонечку страдают. В то время как Virtus.pro айтемы для своих суппортов начинают набирать. S4. Ну, S4 он просто уйдет, то есть его здесь очень тяжело цепануть. Сейчас будет угадайка, куда же пойдет S4, и кто-то его находит. О! Ой-ой-ой. Не среагировал. Почти. Почти угадал. Да. Очень было близко. Такое ощущение, что сам не поверил. Ну, не, Мидер знает Мидера, просто в этот момент уже тяжело было. Там буквально, доли секунды. Мгновение, да. И тебе нужно успеть все сделать.
Визаж тем временем взял 11, вот буквально только что, птицы уже второго левела, Шейкер также со вторым ультимейтом грозное оружие себя представляет. Артизи продолжает наедаться всем, чем только можно, на 3000 обгоняет Шторма, на 4000, нет, даже на 5000 обгоняет Траксу. Ну и верхняя вышка. Верхняя вышка постепенно падает, а L4 выходит у нас сразу в хекс. Такой грозный артефакт у него может появиться. Но понимаешь, что Арчейном ты здесь уже никого не удивишь, что Шторм Спирит, что та же Тракса в любой момент купит Блэкинг Бар, поэтому нужно превращаться в какого-то кастера, и выбор достойный. Гуд. Да, S4. Артизи забирает вышку, 200 урона, особо ничего с ним не сделает, но подходит Лидан Саленса, видит Артизи. Стенка на стенку. Артизи, есть Грейв. Есть Грейв, успевают дать Грейв Артизи, но он очень битый. Пытается раскастоваться. Зай прыгает сюда же. Артизи чудом уходит. Очень битый Артизи. Кот добивает одного, добивает второго. Лопается от ультимейта СФа. 2 в 2 размен. Но Визаж и Дровка еще живы. Шторм уходит с помощью буллайдинга. Писсура закрывает своих же. Queen of Pain сзади забирает Визажа и сможет ли уйти. Шейкер. Есть. Есть ультимейт. S4 уходит. Слишком большой радиус блинка. Шейкер здесь не поспеет. Однако фамильяры палят его. Может быть, удастся? А может быть, удастся? Нет, не удастся. Ну и что, суммарный размен получается у нас более-менее ровный. По-моему, чуть в пользу команды Secret. Забрали они на одного героя больше, но драка получилась очень жесткой. Как же решает этот Дазл со своим Грейвом? Как же решает Дазл со своим Грейвом и Шторм Спирит, которому не хватает Блэкинг Бара. Сейчас Год влетел в замес, он сделал не очень много ДПСа. Решил он добить СФа, и СФ этого Шторма просто убил своим ультимейтом под конец. Нужно нафармить БКБ. Плюс вот Дазл в очередной раз сколько же вообще впитал этот СФ, и можно смело сказать то, что для ВП нужно все-таки нападать не в лоб, а как-то сбоку. У Лидана скоро будет БКБ, Год также начинает сборку, есть у него уже Ogre Club, очень быстро фармит Год. 7-1, Bloodstone дает о себе знать. Аура Траксы тоже дает о себе знать, у него почти 200 урона, и вот Годе, да, Годе уже понимает, что хватит шутки играть, и время серьезные артефакты паковать. Поставлен не очень удачный вард от ВП. Но вот если не собьют его быстро, то может быть и поставят. S4 завершает хекс. Теперь легкое преимущество на стороне Team Secret. Пока у Шторм Спирита нету Блэкинг Бара, нападает на Артизи. Хороший врыв, подходит сюда к уроке. Кубея очень далеко, нужно добить Артизи, но получает Грейв в последний момент. Гонится за Шейкером. Моментально фокус Акашу. Акаша выживает на 100 хп. Какие же все битые. Однако Зай. Зай все-таки погибает. Это отличный размен. Дальше идет Шторм, но Рубик опять с буллайтингом. И опять спасается. Virtus.pro выигрывает эту драку. Несмотря на то, что были близки они к тому, чтобы забрать аж целых 3 кор-героев. Но этот Дазл — это просто какая-то жесть. Однако драка очень важная, потому что сейчас появится Рошан. Возможно, удастся развести на байбек. Сейчас можно подвардить перед Рошаном. Есть какое-то время для того, чтобы захватить территорию. Как мы видим, то, что секреты, они уже не понимают, как они хотят двигаться. Артизи идет фармить центр, Пупей бежит там куда-то в другую сторону. И у них уже все рушится. Знают, что Артизи нет байбека, это очень опасно. Видели его, должны были видеть его на варде. Но не пойдут. Продолжай, пожалуйста. Да? Можно? Да, я... Если вы появляется Рошан, ну, секреты пойдут улынить. Если они дадут этого Рошана Шторму, судьба их будет тяжела. А Виртуса забирает Рошана, причем довольно-таки быстро он падает. Виф. Виф от Дазла, и, возможно, придется отступить. В смоках заходят. Влетает Рубик, падает Рошан, Год успевает забрать. Кура в секунду должен падать, но Кура уходит. Потрясающий раскаст от Фобоса, забирают Queen of Pain. Зай раскастовывает ультимейт СФ, Зай идет. Получает Soul Assumption, Фобос. Форстаф уходит, тянет очень много времени Фобос. Фиссура будет очень-очень скоро, буквально еще одна секунда. Тотем! Фиссура с блинка уходит, можно давать фиссуру. Но Артизи уходит. Артизи уходит. Рубик тем временем ворует у нас, но получает Silence. И это минус 3. 3 в размен на одного визажа. Потрясающая игра от Virtus.pro. Рошан, 3 героя. И у них появляется реальный шанс для того, чтобы захватить решающее преимущество. Да, секреты сыпятся уже из-за того, что они идут на любые авантюры. Рубик в решающий момент, когда Рошан уже упал, попробовал залететь и погиб за счет того, что опять получил стан от птички. S4 и, ну, и прочая компания вообще не успели подойти в замес и перестреляли по одному, как овец. Минус вышка. Минус вышка. Ну и давайте посмотрим на общую ситуацию по графикам. 3000 преимущества появляется у ВП. Также преимущество по XP львиное.
и по артефактам. Ну вот, наверное, самое важное. БКБ на Иллидане 10-секундное. Угода БКБ не за горами. Как его останавливать с Аегисом БКБ, непонятно в данном пике. Потому что против него есть только Хекс на квапе. И телекинез. И то они не работают на БКБ. Да, у Иллидана действительно БКБ. Ну, здесь это очень хороший артефакт для того, чтобы сейчас надавить. Ну, БКБ здесь вообще очень хороший артефакт, так как ДПСер у секретов только один. Это СФ, который бьет с руки, но учитывая, что его фокусят в каждом замесе и ничего не позволяют сделать, то Иллидан и ГД очень скоро будут неуязвимы. Есть, конечно, Акаша, которая может удивить своим Sonic Wave, но игра у него пошла под откос, а он очень маленького левела, и у него в инвентаре один хекс. Артизи тарит бабочку, хороший выбор. Юзает смоки, такой смок надежды. Опаснейший смог. В стиле Нави, на ХГ. Сай стягивает двоих. Стенка. Ну, стенка ставится криво. ФНГ дает стан. Весь рассказ от ФНГ. Шторм залетает. С4 падает. Артизи прожимает. БКБ. Ну, молоко. Года сейчас убьет, но у него-то Аегис. Год живет. Года выбивают Аегис. Грейв на Кура. Иллидан нажимает БКБ. Пупи. Минус. Кура. Минус. Сай. Минус. Это минус 4! Фантастика! Неужели? Неужели Virtus.pro обыграют Team Secret? Virtus.pro в этом замесе были неотразимы. Капитан команды ФНГ принял на себя весь удар, забайтил Тарксира, который на пару с Усефом кинули в него все, не убили. И после этого ГД на пару с Иллиданом, да и всей командой разобрались как надо. Два байбека. Два байбека сейчас тратятся. Как же тяжело будет секретом задефить? ВП фуловые. ВП фактически ничего не тратили. Есть только кулдаун на ультимейт шейкера. Но ребятки молодцы, решили отойти и похилиться. Да, вот теперь не стоит рисковать. Нужно закрепить успех. Да, все-таки принести шторму блокинг бар. И после этого можно идти в решающий замес. Я вот соглашусь с тобой, действительно, ФНГ в каждой драйве у нас втанковывает все спылы в себя, в одного фактически, успевает дать раскаст, и сейчас у него появится Ганим. А это очень жесткое усиление для саппорт-лина. На месте секретов я бы уже призадумался, что не стоит, наверное, прям вот так вот опрометчиво нападать на лину, поскольку очень тяжело для них это оборачивается впоследствии замесе. И ребятки уходят. 12 тысяч экспи, 12 тысяч голды. СФ купил себе бабочку, понимая, что это, по-моему, единственное, что его может спасти из-под фокуса птиц, но... Он один. Он один, да. Он один, и даже такое это не поможет. На его месте можно еще какую-то кирасу делать или сатаник, чтобы был больше танкового. Где бы взять столько бабла, чтобы сделать все это сразу, думает Артизи. И по факту его уже догнал Шторм по нетворсу. Хотя на него делалась ставка, ему отдавали вообще все в этой игре. Сейчас колоссальное преимущество ВП. И самое жесткое то, что у них нет одного сильного героя. У них 5 неплохо заряженных персонажей. Кого фокусить в такой ситуации? Очень тяжело сказать. Ну, пик Virtus.pro. Он сам по себе невероятно уникален, потому что как бы ни обернулась для тебя драка, даже если зафокусит дроу-рейнджер, даже если вырубит быстро шторма, то у тебя еще есть лина, которая вносит огромное количество ДПС альбидыш, который разрывает уже в один на один почти любого из героев Team Secret, кроме Сефа. Так что пик становится сильнее с каждой секундой. Единственная надежда у секретов — это Дарксир, который сможет дать вакуум, стяжку по всем героям. Ну, как мы видим, Virtus.pro прекрасно держат позиционку и не подставляются под подобные комбинации. Вив пошел на всех. Ну, хотя как на всех. Получается, только на фамильяров, на которых он не особо как-то работает. На визажа и тоже, дропку. Тоже не особо на визаже, разве что дропки может достать, и можно немножко похолодиться. У дровки есть Silver Edge, который работает здесь. Ну, честно говоря, пассивку СФ, да, неплохо он отключает. И также пассивку Рубика, хотя, по-моему, основной дэмэдж все-таки у ВП физика. Им главное продержать в дизейбле оппонент. Выходит Draw Ranger, есть Волк. Волк дает очень много дамага, у дровки 400 урона практически. Фамильяры начинают бить, забирают одного фамильяра СФ. Ну и что? И Draw Ranger у нас... Медленно, но верно должна доковырять. Фамильяры в стиле разведки сейчас себя показывают. Да, они, конечно, перевызвал Лил, но при этом тавр погиб. Ставится вард для того, чтобы иметь больше вижена. Иллидан заходит в инвизе, ставится сразу в центре, видит Иллидана, но нападать на него не решаются. Год. Вот, нападение пошло. Иллидан получает хекс. Год тот же цепляет. Дазл. Дазл не успевает сделать ничего. Минус Дазл. Артизер скастовался. Стенка, стяжка, потрясающая. Шейкер, Лина, визаж, минус. Но год в БКБ. Год в БКБ, нужно уходить отсюда году. Очень тяжело будет Сергею Брагину, нужно дотянуться до хайграунда, уходит, однако тут же два блинка, и это минус год. Фантастика.
Сверху не отдают бараки. Просто как же сейчас подрались Team Secret. Безумно круто. Ну, Зай сейчас забожил. Это однозначно вот тот самый момент, когда Виртуса потеряли свою позиционочку, пошли в атаку, и эта стенка, вакуум плюс СФ внесли тонну дэмэджа. Посмотри, сколько урона нанес СФ. Боже ты мой, 4000! 4000 он нанес для своего врага, и с такими врагами нужно повременить. Рано на хайграунд заходить без Айгиса. Очень тяжело. Более того, Шейкер не сделал в драке вообще ничего. Его задизейблили. У него еще не дособрано БКБ, которое могло бы ему помочь. И сейчас Virtus.pro, самое главное, что нужно сделать, это ни в коем случае не нервничать. У них все еще прекрасная ситуация. Посмотрите на эти графики. Они все еще далеко впереди. Просто спокойно дождаться Рошана и драться за него. Да, по-прежнему у нас мы видим то, что ребята чувствуют, что контроль в этой игре решает. У нас имеется Хекс на квапе, которая сейчас тоже, кстати, очень сильно зарешала в замесе за счет того, что не дала Шейкеру ничего сделать. Год у нас также покупает для себя Хекс. Визаж планирует сделать Аганим, остается еще 1200 голды. И пока можно никуда не торопиться. Нужно просто спокойно фармить. Вот любые очередное лобовое столкновение, которое произошло сверху, обернулось победой Секретов. И нужно по-прежнему навязывать лесные драки. Потому что, как мы видели, Team Secret, они ломаются. Вот то Рошан-настояние, которое происходило у нас в течение 9 минут, показывало, что ребята не готовы очень долго играть в Mind Games, так что лучше всего их разводить и после этого атаковать. Да, гем покупает визаж, очень важный артефакт для контроля карты. Вот как раз-таки 1000 монет на визаже дожить до Аганима, что там у нас в куре как раз немножко, да, не хватает. Но нет, сейчас он купил гем, не хватает гораздо больше. Но дожить до БКБ Шейкера было бы невероятно важно, потому что в БКБ его останавливать будет очень сложно. Или стоять где-то далеко сзади. Рошан очень скоро появится, остается до него меньше минуты, и Виртуса жмут заблаговременный смог, чтобы сделать качественный выпад, пока Team Secret ждут. Убить Дазла, конечно, сейчас невероятно важно. Они вот, смотри, как они боятся, боже ты мой. Вышли со смока. Да, вышли со смока, знают, где находятся все. Ведет Пупея. Пупея не знает, где они. Ой-ой-ой, какая... Ой-ой-ой, Сентря. Сентря погибла, и Секреты знают, где находится ОП. Дается Вив, попадает по куче героев. Пошел по всей тяжкие. Ой-ой-ой, как больно, Дазла тут же отключают. Вакуум потрясающий, Хекс, но на этот слил Фоуат! Успевает прожать свои спеллы! И ловится тут же С4. Или Дан погиб. Лил убирает Зая. Минус Лил. Нужно забрать гем. Тем временем ФНГ в спину входит Фобос. Продолжает драться. Нужно забрать Артизи. Еще немного. И падает СФ. Это тимбайк. И появляется Рошан. Ну, год, по-моему, сейчас от Элизии рискует отъехать. Год решил посражаться со всем этим. Но все, Пупей поплыл. Отличная позиция. Team Secret обо всем. Team Secret, похоже, вот тот та центр, который упал, они, оказывается, не догадались о том, что были смоки Виртуса. И пошел танковать. Моментально его сбрили и без фокуса. Просто Шейкер на пару со всей командой разобрали оппонента. Да, очень здорово там сыграл опять Лил своими фамильярами, сейвил до конца Фобоса, и Фобос смог раскастоваться. У Фобоса появляется БКБ. Теперь его забрать, зафокусить будет гораздо сложнее. Более того, там Шторм набил себе заряда в Бладстоуне. И это тоже очень-очень здорово. Я видел почему-то у визажа гем на самом деле, но это, видимо, да, видимо, ему в курьере передавали. Каким-то образом он оказался у этого героя, но сейчас его забирает год. Возможно, отдаст обратно визажу. Да, отдает. Очень важно, что гем не потеряли. 900 монет, только что купленные, могло сильно порешить. Фу. Теперь время каких-то серьезных решений для Team Secret. Если они дальше продолжат терпеть, то Шторм здесь уже элементарно убивает всех. У него почти 300 урона с руки. И, ну, это ДПС, как у СФ. Это почти ДПС, как у СФ. И ребята пошли на Рошана. Team Secret его отдают. Не хотят отдавать, но придется. Не, придется отдавать, потому что далеко находится клопа, она не успевает перетянуться, и Рошан упал. Дровки отдают. Дровка очень важный герой. Почему Дровка важнее остальных персонажей? Потому что у нее есть аура. И без нее у Штарма не будет 300 урона. Ну, в сумме она дает 150 урона для своих союзников, плюс еще аура на птичке, которая будет работать при включении пассивки. В прошлом замесе Илью очень быстро зафокусили из-за того, что он ворвался в замес, но хорошо кинутый Салис, он немножко помог для своих.
хотят, чтобы грипы зашли на мид и отключили бэкдор протекшн, но, на мой взгляд, все-таки стоит задуматься о том, чтобы толкнуть линию по-человечески как-то. Тут... Нет, заходят, шторм залетает. Тут, ну, тут в этот раз есть Aegis. Если в прошлый раз их очень хорошо разорвали, то теперь ребята могут спокойно бить базу и под, и под медалькой, которая дает у Лидану ворот, СФ его вряд ли пробьет. Вешает вип. Барак забрали, отойти и продолжать делать то же самое. Да, продолжать делать то же самое. Да, хороший, разделяться. Хороший такой аккуратненький выход на этот барак. Угода сыр, угода линка. Ого-го, он решил, ну, очень хорошее решение. Здесь его практически ничего не убивает. С линкой ему не страшно практически ничто. И год здесь должен... Это ненормально, когда у шторма столько урона, как у СФ. У СФ не может носиться по драке и бить всех. Шторм может. Шторм залетает. Но это атака в барак. Атака в барак. Курта набегает, сбегает линку, дают кекс. Дарксир прыгает. Потрясающий баф, он настирает С4. Минус один. Лина все еще жива. Артизер распостовывается. ФНГ задевает краешком ультимейта. Но год. Год пошел. Бьет. Дазл. Дазл в геймеркепе выживает. Год уходит. Все еще есть сыр. Забирают фамильяров. Ну и размен получился очень неплохой. Саппорт на квапу и ее байбе. Просто отступить. Сейчас. Да, размен получился очень хороший. Выбивают байбеки из Team Secret, стараются год у нас вести свою активность. Немножко, ну, немножко печально то, что все время у Зая получается ловить, но с другой стороны, год пока продолжает набирать силу. А тожерный Storm Spirit против пика, где очень мало станов, если вот посмотреть, да, то есть только хекс у квапы, есть стан у Рубика, и все, больше шторма контролировать нечем. И если у года получается урубать либо одного, либо второго, то после этого он разносит весь замес. Ну, естественно, если квапа байбэк, то он спокойно отступает. Артизер, сатаник. Теперь осталось делать попыточку номер 2. Артизи, кстати, хороший выбор делает для Артизи. Нереально крутая комбинация вместе с Дазлом. Как только на тебя начинают фокусить, из тебя убивает весь, ну, все хп, в нужный момент, если ты получаешь грейв, жмешь сатаник и можешь спокойно отхилиться в ответ. Ну что? Нужен какой-то дизарм. Если будет ОВП, будет замечательно. Ну, в принципе, вот так у СФ нечем пробивать миссы. А у Дроу Рейнджер... нет, тут у Дроу Рейнджер нет бабочки, но есть Solar Crest. Добавить Баттерфляй будет очень круто, потому что СФ еще долго себе МКБ не будет собирать, судя по всему. Ну, он только что докупился на ноль. И, кстати говоря, нету байбека. Делают такой улын легкий, но действительно хорошая комбинация, и можно себе это позволить. Надо попробовать зайти еще раз. И попробуют. И зайдут. Крипы поджали уже верхнюю линию. Ну, то же сами вертуса понимают, то, что нет смысла дальше фармить очень много, потому что у нас уже и Тракса почти 6 слотов, и Шторм Спирит почти в 6 слотов, поэтому фарм тебя уже не очень сильно усилит, разве что какой-то муншарт получится съесть. И поэтому нельзя выпускать секретов с базы. А пока не появились какие-то хиксы, которые года будут останавливать дополнительно. Ну что, заходят. Бэкдор протекшн не работает. Сбивают линку. Года пытаются зафокусить. Вот, вот, вот. Съедает сыр. Съедает сыр, у Артизи теперь нету БКБ. Огним себе приносит визаж в этот самый момент. Ну, стенка БКБ на СФе, по-моему, просто шикарно для ВП. Они потратили только сыр, а Егис все еще действует. Илидан может попробовать подставиться. Виф у Дазла заканчивается. Давайте байбеки посмотрим. Очень важный этот момент. Да, байбек есть только у Дарксира. Любая смерть, это очень плохо будет. Илидан дает сайленс, ворует его Рубик. Минус вышка. Можно идти дальше. Заходит дальше. А Егис все еще действует. Фортификейшена нет. Илидан продолжает месить рейнджовый барак. Минус рейнджовый барак. Каспер доволен. Да, Каспер очень доволен. Доволен. Вот как надо. Осаждать базу врага. И Аегис будет еще минуту. Можно еще попробовать реализовать. Можно навести драку. Кулдаун у Дарксира 50 секунд. Стенка это вообще самый главный спелл. Нападает на Артизи. Фокусит его Илидан. Очень хорошо пробивает. Вырывается ГД. Фокусит С4. С4 получает ГД. А Егис разменен. Вакуум, но стенки нету. Фобос включает БКБ, Лагуна получает СФ. СФ включает сатаник. Все, сейчас сатаника не будет. Илидану нужно отступить. В этот момент год врывается. Пупей минус. Года поднимают в воздух. У года уже ничего нет, но его нечем зацепить. Раскастовывается ФНГ, получает сайленс. Здесь же фамильяр начинает грызть Артизи. Нужно отступать. Дарксир блинкуется в троих. Как же больно, но Дарксир тут же получает стан. Дарксира нужно забрать. Дарксира забирают. Шейкер дает ультимейт молоко. Тут же его забирают Курокус Лагуны. Линку сбивают, минус С4, байбека нет. У Дарксира байбек есть. Артизи без сатаника. Артизи, Вортекс и минус Артизи.
Зай, вакуум, двоих, Зай, но не добивает, боже ты мой, какие же битые ВП. Стенкой добивает одного и добивает второго, боже ты мой. Что творится в этой игре? Фамильяры могут бить Куроку, убивает Куроку. И ФНГ, ФНГ все еще здесь. ФНГ откуда ты взялся? Не байбекался причем, он все еще жив. Шторм Спирит покупает Тревела и будет здесь уже очень-очень быстро. Ну, хорошая игра для обоих команд. Сверху упал Барак. Я пропустил, как его дофокусили. Хорошая драка для обоих команд, но СФ у нас погиб, байбека у него не имеется. У Лины также в итоге подходит сюда ФНГшка. Шторм Спирит, у которого было очень много блустоунов, уже на миде. И это еще одна сторона. Ой-ой-ой, что творится? Вторая сторона падает, и сразу же год идет на третью. А на третьей-то стороне вышка, еле живая. Байбек от Рубика, тут же. Но год этим не испугать. Год сейчас, как Чак Норрис, может спокойно врываться один в троих и ничего не бояться. Мало что ему могут сделать. Подходит ПП и решил разобраться с пиццами. Но год понимает, что не зачем бегать за героями, когда можно спокойно бараки ломать. Офигеть! Один барак остается, преимущество огромнейшее. Я не знаю, что здесь поможет Секрет. Секрет, но теперь я согласен. Тут уже непонятно, что вообще их может спасти. Единственный вариант – это какой-то аганим на Dark City, который сделает 5 иллюзий, и они будут плодиться. Но пока это что-то из раздела фантастики. ФНГшечка тем временем показывает, что нужно собирать в таких играх. Покупает Владимир, покупает Меку. Усиливает свою команду на максимум для того, чтобы носить большое количество ДПС. Ну, арморы. Арморы решают. И вот вам, пожалуйста, не хватает еще кирасы кому-нибудь. Кирасы, да, против Дазла как раз-таки нивелировать минус армор. Но секреты с базы вряд ли уже выйдут. Год пошел собирать хекс. Шторм имеет потрясающие статы. Что с ним делать, не ясно. Возможно, подождут Рошана. Это было бы лучшим решением, наверное, в данной ситуации. У ФНГ появляется еще и Мека, которая дает также дополнительный армор. Он на 4 куска закупился, купил 2 арта сразу. Таких довольно дешевых, но Меки до сих пор не было у ВП. С ума сойти. А теперь самое время. Самое время. 48-я минута. Это то, что нужно. Ну, это ваш показатель армора. На такой стадии, когда ты юзаешь меку, тут самое главное уже не то, сколько хп ты восстанавливаешь. Хотя это тоже важно, но два армора лишними не бывает для своей команды. Поэтому ФНГшечка шарит, за что ему честь и хвала. Вспомни последнюю драку. Какие были каленые ВП? Туда бы меку, и ничего непонятно, чем бы закончилось. Да, ну, что... много чего бы туда взять. Но игра продолжается. Рошан очень скоро появится. У Team Secret есть один единственный шанс выиграть эту игру. Это если они пойдут туда драться. Virtus.fighter прекрасно понимают. Уже расставляют варды для того, чтобы быть готовым. И двигаются команды. Год один перемещается по вражескому лесу. Спокойно здесь фармит. Но учитывая, что... Враг у нас сидит, а чего бы и нет, и набирает преимущество. Все ждут твоих ключевых артефактов. Очень важно, когда появится Рошан. Рошана пока все еще нет, но он появился. Ну вот он как есть. Нельзя вовремя. И падает он в секунду. А секреты ничего об этом не знают. Потихонечку выходит отпушивать свои линии. Это легчайший сыр плюс Аегис. Я так понимаю, Аегис уже этот или сыр был фокусом. Да, потому что воду просто негде взять. Не, Лидан забрал. Аегис, да, а сыр забрал Алина от ФНГ. И в смоках сразу же выходят. Ну, последний барак. Последний барак. Team Secret пошли. Интересное решение сойти с ХГ. Зай! Шейкер! Влетает моментально. Артизи начинают фокусить. Раскат. Сайленс по всем! Никто не может кастовать. Грейва никакого нету. Купей. Ворует что-то Кура. Грейв на Кура. Но в этот момент лопается Pin of Pain. Аегис выбивают стан от Лины. Минус Шейк. Иллидан резается, год практически без хп, года могут бить, года убивают, у него есть байбек, нужно байбекаться, лететь на помощь. Иллидан включает сатаник, но не может убить Эсэпа, боже ты мой, год возвращается, году должен убивать всех. Артизи лопается, Зай лопается и остается один только Дазл. Эсэп использует байбек, но Дазлу не уйти, станет птица визажа, есть вортекс, дает год вортекс. Есть грейв, но Пупей не успевает его использовать. Тут же байбек от Купея. Здесь также находится у нас уже Шейкер. Лина без хп, без маны. Нужно бежать. Под вивом драться очень плохо.
Ну, драка была просто идеальная для обоих сторон. Все делали все очень хорошо, нападают на Артизи. Ничего себе! Дает ему Лина по голове. В итоге немножко не хватает. Артизи успевает прожать сатаник, блокинг бар. И Году нужно жить! Динает. Динает себя. Артизи пошел дальше. Гонится за Фобосом. Бабочка закончилась. ФНГ тем временем забирает Дазла. И пошел капитан команды Virtus.pro носить мега бараки. Мега-крипы. И Артизи далеко. Артизи возвращается на базу. Но сторона кончается. Однако С4 успевает завязать Хекс. Подходит крипы уже с другой стороны. Нападает на С4. ФНГ изо всех сил бьет базу, но только половина. С4 не может помочь. СФ бьет фамиляров, потому что только фамиляры здесь могут сломать эту базу. Тир 4 падают. СФ вынужден тратить кучу времени для того, чтобы отбить этот барак. И в итоге не может выйти в какую-то контратаку. Было потрачено невероятное количество байбеков. СФ, Шторм. В этой драке также байбекался Шейкер и Дазл. 2-2. Покупает Дейдалус Артизи, но Сыр, Аеги невероятным каким-то образом секреты умудряются оставаться в живых. 20 тысяч перефарма. Много. Это был легкий камбэк от Team Secret. Они были в очень тяжелой ситуации и не хотели дать Virtus.pro взять позиционку. Да, все началось немножко нехорошо. У нас почти убили Сефа, и Лидан дал шикарный саленс по троим. Но стенка, которая сделала огромное количество иллюзий, просто убила всех. Вот я жду, когда наконец-то добавят этот урон, чтобы можно было убить, потому что Дартир там, по-моему, сделал больше. Гем все еще лежит. Его выбили, но Virtus.pro взяли новый, думают, что Secret забрали старый. Однако гем все еще валяется на базе. Секреты пытаются откушать. Откушать тяжело. Вот этот вот, я не знаю, это не Queen of Pain, это какой-то... Это уже больше похоже на суппорт Queen of Pain, которая в драке дает только один хекс и ничего более. Врываются птички наверху, набьют барак, у барака остается 600 хп, миличный барак. Но птичек нужно перезвать. Хотя нету, поэтому побьют. Прожал или да, Науру, 170, 100, 100! Боже мой, там у каждой птицы 150 урона. У каждой птицы врывается год, хочет добить, но секреты не дает. И бегут за годом. Год в тяжелой ситуации. Solar Crest. Нету МХБ у Артизи. Фиссура, год уходит. Фортификейшена нету. Визаж с гемом. Боже ты мой, что делает Лил? Залетает по верхней линии. И сейчас, в принципе, если будут птицы, можно добить этот барак. Будет. Уходит Лил. Сбивают ему телепорт. Сбивают курьера с гемом. Лил. Контролер Лил тем временем. Нападение на Шейкера. Шейкер дает стан. Queen of Pain продолжает дизейблить ее. И Queen of Pain начинает убивать крипы. Лагуна. Минус С4. Капитан команды Virtus.pro. Тут же байбек от Хвапы. Просто суппорт уже разваливает мидера команды Team Secret. Продолжает у нас Virtus.pro разводить. И они теперь поняли о том, что сверху нападение на Визаже. Подходит сюда Фобос. Куроки уходит в Глиммер Кейп. Фобос дает ему стан. Также у нас на подцеле врывается Дазл. Куроки дает стан в ответ Фобосу. И в это время снесли бараки справа. Боже мой, и Литан в Лотаре. Партизан, который ворвался на базу, забрал и... Виртуса еще сделали минус уроки. Есть байбек у Ильдана, поэтому бояться им нечего. Тут же байбекается, фортификейшена нету, мега-грипы. Дефить их невероятно тяжело. Дарксир покупает Юл. Есть фамильяры. СФ слишком страшен. СФ слишком страшен, чтобы без дровки лезть. Ильдан не байбекается и нужно отступить. С базы секрет не выйдут. У них только СФ может биться против крипов. Квапа слишком слаба, ее просто сейчас запинают мега-грипы. Ну, теперь что сказать? О, фантастика. Теперь у Secret будет интересная задачка выиграть с мега-крипами. Артизи. Фиссура. Ну, Артизи решил не торопиться. Подходит сюда Лина, дает потрясающую лагуну. Врывается фамильяра, идет вакуум. Подходит С4 и все катят. Очень хорошо катят оппоненты. С4 потратил БКБ, врывается ГД. Сайленс, Кордекс, Скода сбивают Линку. Артизи проседает, сатаник работает. Артизи дофокусили. Байбек конец, 123 секунды. ГГВП! Virtus.pro! Virtus.pro проходит дальше. Фантастика! Топ-1 команду по прогнозам до Интернешнала ВП выбивают из турнира. Сыграли очень хорошо. В этой игре команда сделала все. Смоганги, защита, атака, потрясающий пик. В этом невероятные драки. Ребята молодцы. Старались изо всех сил, у них получилось.